Мое тело выглядит на 30, а лицо на 50. Но не ходить же мне теперь по улицам голым, чтобы выглядеть моложе. Нет во мне ничего необычного. С вами говорит человек, который родился в простой стране, среди простых людей. Во мне нет ни глубокомыслия, ни ума, ни глупости. Просто чувак, у которого есть собаки и дом, который любит тренироваться и который рад, что жив.